Всех приветствую на канале, рад вас видеть, надеюсь, вы меня тоже. Сегодня очень хороший день и для вас, и для меня, потому что я решил поделиться с вами способом, который использую уже на протяжении 3 лет. Я экономлю много денег на покупки игр и подписок на Xbox, и хочу сегодня рассказать вам, как все-таки покупать подписки через другой регион, а именно через Турцию на Xbox, и экономить достаточное количество денег и получать еще больше удовольствия от нашей консоли. Реализовывать ее основное преимущество, одно из основных преимуществ – это подписка, но самое главное – это подписка, покупка ее через другой регион, потому что если покупать через свой регион, цена будет совершенно другая, там уже есть смысл задуматься, PlayStation, Xbox, там уже есть выбор. Но если будете покупать через другой регион, через Турцию, у вас будет больше радости, потому что цена будет намного ниже. И сегодня я покажу детальную пошаговую инструкцию, как покупать подписку на Xbox через турецкий регион. Расскажу все подводные камни, что нужно делать, максимально поэтапно все покажу и купим подписку вместе с вами на Xbox сегодня. Если тебе нравится мой контент, нравится данный видос и в целом нравится то, как этот канал развивается, поставь лайк, напиши комментарий, а также подпишись на социальные сети, которые есть в описании под этим видео, а именно Discord и Telegram канал. В Телеграме сможете быть в коннекте со мной, узнать какие-то новости из моей личной жизни, узнать какие-то анонсы будущих видео, проголосовать за будущие видео, которые будут на стримах или же обзоры каких-то игр. А также подписываться на Discord канал. В Дискорде есть большое наше развивающееся комьюнити, которое только растет, очень ламповая атмосфера, никакого негатива, только приятные люди и верные союзники по команде. Ну а мы начинаем, погнали! Первое, что хочу вам сразу озвучить, ребятки, вот мы уже находимся на Xbox, это то, что у вас должна присутствовать карта, на которой работает SWIFT-переводы, это значит, что она не забанена в европейской банковской системе, и она поддерживает SWIFT-переводы по Европе. Это узнавайте у своего банка, если же ваш банк забанен, находится под санкциями, ищите в интернете, очень много есть интернет-банкинга сейчас, это не проблема, через какие-то приложения, через сайты открыть себе карту виртуальную, на которой будут работать SWIFT-переводы, это уже, ребята, обращайтесь в интернет и ищите то, что вам удобнее. Второй момент, это нужно находиться в регионе, в котором отсутствует официальное представительство Xbox, потому что у вас этот способ не будет работать. Как это узнать? Пишите на сайте Microsoft, список официальных представительств Xbox, проверяете, есть ли ваша страна в этом списке. Или же просто в Google забиваете, есть ли моя страна в официальном представительстве Xbox. Если же ее нету, все будет работать отлично. Если же она есть, есть второй вариант, это попробовать сделать те же самые процедуры, которые будем делать сейчас с вами, но с использованием VPN. Скачиваете VPN на телефон, раздаете Wi-Fi на Xbox, на VPN ставите ту страну, в которой отсутствует официальное представительство, и делаете то же самое. Тут способ такой 50 на 50, но попробовать все-таки стоит. У кого-то работает, у кого-то нет. Ну а мы начинаем. Первое, что нужно сделать, заходим в настройки, заходим в систему, язык и местонахождение. Здесь ставим Турция. Перезапускаем Xbox и получаем турецкий регион на боксе. Заходим в учетную запись. Оплата и счета. Способы оплаты. Здесь мы нажимаем «Добавить новый метод оплаты», «Кредитная или дебетовая карта». Заполняем данные поля. Это имя владельца карты, номер карты, месяц окончания срока действия, год окончания и CVV-код. Заполняем эти данные и переходим к следующему полю. Вот, пожалуйста, вы заполнили данные, адресные данные вашей карты. Следующая глава – это у нас адрес. Адрес, ребятки, очень все просто. Заходите в Google, находите любой какой-то адрес в Турции на Google Maps. Забиваете какую-то гостиницу, копируете улицу, регион, почтовый индекс и делаете это все, как у меня. Если вам не нужно этим запариваться, не хотите тратить на это время, или же вы не понимаете, где регион, где область, а где город, в Гугле, в Турции, просто берете, копируете все данные, которые есть у меня, заскриньте этот экран, сохраните себе, работает уже 3-й год. Большинство моих подписчиков, которые используют данный метод покупки игр и подписок, используют этот адрес, никаких проблем с ним нету, и я его менять не собираюсь. Копируйте, делайте так же. Продолжаем. Так, после того, как ввели все данные, заполнили данные карты и ввели турецкий адрес, у вас ваша карта сохраняется в способах оплаты. Эта карточка уже будет привязана к вашему аккаунту Microsoft Store. И после этого сможете уже покупать, каждый раз используя ее, и никакие данные заполнять уже не нужно. Выходим обратно. Давайте для начала перед покупкой покажу вам, что я не имею никакой подписки. На моем аккаунте отсутствуют любые подписки. Давайте, мой аккаунт, мои подписки. Так, смотрим. Game Pass Ultimate. Состояние отменено. Yaplay отменено, Ubisoft Plus отменено. То есть никакой подписки на аккаунте сейчас нет. Заходим в магазин Microsoft Store. Забиваем Ultimate. Вот у нас Ultimate. Наша любимая подписочка, секунду. Вот, 209 лир.
Как узнать цену в вашей валюте? Спокойно заходите в Google, пишите 209 лир в моей валюте и смотрите ту цену, которая будет списана с вашей карточки. Никакие лиры покупать не нужно. В карте будет списана ваша валюта и автоматически конвертирована в лиры. 209 лир в месяц, нажимаем «Присоединиться». Так, продолжить. Здесь у нас сразу есть выбор способа оплаты. Соответственно, ваша карточка, которую только что мы заполняли, она уже должна быть в этом списке. Обязательно рекомендую перевыбирать ваш способ оплаты. Нажимаем сюда. Еще раз выбираем. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы вашу карту не забанили за покупку с другого региона. Лучше все-таки перестраховаться, потратить эту секунду, перевыбрать вашу карточку и не бояться, что ваш аккаунт забанят. Нажимаем подписаться и смотрим. Надеюсь, все у нас получится. Да, поздравляем, спасибо за покупку. У нас доступна подписка. Давайте посмотрим теперь, есть ли наша подписка в списке. Так, нажимаем сюда, мои подписки. Пожалуйста, Game Pass Ultimate активно и доступен до 25.06.24, ровно месяц мы купили подписку. Все максимально просто. Раньше можно было покупать, заходить в магазин, смотреть Yaplay, вот подписка Yaplay. Где она? Так, секунду. Так, вот она, Yaplay. Покупать ее можно было на год, она стоила намного дешевле, чем Ultimate. Покупать Core, покупать Game Pass по консоль, а потом уже накрывать это все одним месяцем Ultimate. Это все было намного выгоднее. Но сейчас хитрые Microsoft это все прикрыли, и поэтому конвертация уменьшена. И мне, например, выгоднее покупать помесячную подписку Ultimate, чем делать все эти махинации с конвертациями, получать там на 6 месяцев или на 9, как раньше мы делали через Yaplay. Поэтому, ребят, всем, кому понравился данный ролик, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал, на мои социальные сети. Ссылочка на телеграм-канал, на дискорд-сервер в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр. Если я тебе помог, не забывай ставить реакцию под этим видео. Это мелочь с твоей стороны, но для меня это большая мотивация и большая движущаяся сила, которая помогает мне делать вас еще больше полезного контента. Всех поднял, приподнял. До новых встреч. Всем пока.